Вышел трейлер сериала Netflix «Затерянные в космосе». Премьера сериала запланирована на 13 апреля 2018 года. Производством занимается компания Netflix. Проект является перезапуском сериала «60 халет». В сети был опубликован трейлер сериала «Затерянные в космосе». Сериал является перезапуском телевизионного проекта «60 халет». Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании Netflix, которая занимается производством. В основу сюжета сериала положена история семьи Робинсонов, которая пережила крушение в космосе, в результате чего попала на загадочную планету. На этой планете ей придется бороться за выживание. Выход сериала ожидается 13 апреля этого года. Ранее сообщалось, что в сети был опубликован трейлер анимационного фильма «Ральф против интернета». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.com.